Привет всем! Меня зовут Юля. Вы находитесь на моем канале о вязании и обо всем, что связано с вязанием. Это видео я хочу посвятить обзору двум моим наборам спиц. Это Ади Клик, разъемные металлические спицы, и Нит Про, не металлические, а деревянные спицы. Почему я захотела провести этот обзор? Потому что меня недавно девушка спросила в моем видео про вот этот набор. У меня есть отдельное видео, ссылочку прикреплю наверху, на обзор Ади Клик, как только я их купила. Оказывается, этому набору уже 2 года. Я хочу сделать небольшую, как бы, свою характеристику на Нит Про, вот это Нит Про, и на Ади Клик. Кстати говоря, посмотрите, я нахожусь на своем рабочем месте небольшом, так кусочек видно ноги моего моноблока, такой небольшой у меня стол, и, наверное, здесь, если хорошо дальше пойдет дело, я буду проводить свои мастер-классы и видеообзоры. Давайте я начну вот именно с Ади Клика, может быть, я буду делать параллельные какие-то ссылки на один, на другой набор. Итак, набор Ади Клик. Ади — это немецкий производитель, они... В общем, изготавливают спицы не только в наборах, изготавливают штучные, на единой леске, какие-то приспособления, крючки. Работая сейчас в магазине пряжи, у нас есть широкий ассортимент именно Ади. Я с ними столкнулась очень плотно и много чего могу рассказать. Если у вас какие-то есть вопросы, вы задавайте их под этим видео, я буду вам отвечать письменно, либо в следующих видео буду стараться также отвечать. Итак, этим набором, как я уже сказала, Ади, я пользовалась около 2 лет. Конечно, более интенсивно я использовала вот начальные наборы, то есть начальные номера спиц. Это от 3,5 и где-то до 5-6. Ади Клик — это укороченные спицы. Вот такой имеет длину спицы, я не знаю, где сантиметров 10, наверное. В общем, это укороченная спица. Я часто их использую непосредственно для шапок. Изначально я приобретала именно для шапок. По-моему, я тогда заплатила за него 1006, около той суммы. Для меня, конечно, это была какая-то бешеная цифра для спиц. Я не могла поверить, что спицы могут, в принципе, инструменты так стоить дорого. Итак, давайте по существу. Значит, спицы. Очень удобные кончики у этих спиц. Очень мне нравится. Это Ади с удлиненными кончиками. У них есть еще классическая коллекция, классическое направление. Вот эти чуть поострее, но не совсем не колят палец. Конечно, если вы вяжете каждый раз, проталкивая петлю, вам она наколет эти спицы. У меня где-то было вязание, я плотно вязала, и мне приходилось подталкивать спицу, и, конечно, это больно. Но для обычного вязания идеальные кончики, они удлиненные, в меру тонкие. Легкая спица, полая внутри. Покажу, как закрепляется с леской. Начинается нумерация спиц в наборе от 3,5 и, по-моему, до... Вот видите, не видно, до 8. Я начинала вязать вот с первых номеров и практически уже на второй шапке. Вот, то есть вы понимаете, что шапка — это не такое большое изделие. И практически уже на второй шапке у меня стерлись номера. Примерно было вот как здесь, если вот видно хотя бы что-то. Какой там номер остался. Вот так вот еле-еле проглядывался номер. В конце концов устерся. У меня появилась дежурная линеечка, которую я просто измеряю номера. Конечно, мне это было не очень удобно, потому что я думала, что это все останется на века и на спицах. Кстати, на лесках тоже стираются номера, там тоже они пронумерованы по длине. Очень удобный вот этот метод крепления спиц, когда вот эта резинка просто продета через вот эти скобы такой единой лентой. Надежно все, ничего не развалилось. Здесь у меня такая была золотистая брошка, я ее в конце концов вынула, отдала дочери. А вот в этом месте, видно, что спицы я использую, у меня кое-где загуляли, вот здесь есть переходник. Итак, в этом основном отделении у нас находятся спицы и переходничок, закрывается все такими клапанами. А материал, который здесь, да, это у нас кожзам, за 2 года он не потрескался. Я, конечно, не вожу его постоянно с собой, он просто лежит у меня в ящике, этот набор, но тем не менее все очень целенькое. Кстати говоря, когда
Ади распродадут вот эти наборы в кожаных упаковках, а потом будут только текстильные упаковочки. Если кому-то важно этот момент, то вот учтите. С обратной стороны на молнии мы открываем, и там у нас находятся лески. Лески скручены вот так, их удобно хранить. От 40 до, по-моему, метра. 40-я леска у меня в использовании, она очень удобна для шапок. Я когда покупала разъемные, неразъемные спицы, я начинала их приобретать с леской 50 сантиметров. Это было не совсем удобно, она слишком длинная для шапок, поэтому для шапок берите леску 40. Когда вы возьмете леску 40, соедините их со спицами, то будет немножко такое натяжение в леске. Не переживайте, во время вязания это крайне удобно использовать. У вас всегда петельки подогнаны к кончику спицы, и вам не приходится их передвигать. Это я уже на своем опыте поняла точно. Вот так заматываются лесочки, их удобно хранить, конечно, разматываются. Ну, в общем, видите, вот эти держатся. Лески пластичные, они не выгибаются, знаете, как бы в обратную сторону, то есть вязать на них действительно удобно, мягкие лесочки. В принципе, набор мне нравится. Сейчас покажу его минусы. Еще здесь в наборе есть два силиконовых диска, чтобы скреплять леску и спицу. Смотрите, еще я приобрела вот такой обычный пенал. Я специально была в поисках какого-то пенала такого текстильного, в меру объемного, с дополнительным карманом. И в нем я ввожу с собой спицы, если мне нужно в дорогу, какие-то такие аксессуары, в общем, для вязания. Вот здесь у меня маркеры. И как раз вот эти силиконовые диски Ади мне были нужны, потому что если вы переставляете спицы вручную, с лески на спицы, то иногда может соскочить леска. Вот здесь у меня рулеточка, крючок на всякий случай для поднятия петель, если я вдруг потеряла, на всякий случай булавочка. И вот у меня в рабочем состоянии мои спицы сейчас здесь. И как раз тот самый переходничок. Покажу вам, для чего необходим переходник. Например, вам нужно удлинить леску, но ваше изделие не позволит вам просто скрутить спицы, поменять леску. Что вы можете сделать? Вот ваши спицы в работе. Вы скручиваете одну спицу и вместо спицы накручиваете вот этот переходник. Вот этот момент в Ади мне очень нравится. Смотрите, я накрутила переходник. И теперь я с другой стороны на переходник накручиваю леску, накрутила, и передвигаю нерабочую леску, меняю вместо нерабочей на рабочую. Снимаю переходник и надеваю уже на новую леску, которая сейчас у меня в петлях, вот свои рабочие спицы. И все, ваша лесочка уже в работе. Что касается вот этого места соединения лески и спицы, вот этот патрон, который вставляется в спицу, я могу сказать, что он цепляет. Если вы вяжете на ворсистой пряже, вот здесь есть сцепка, когда подвигаешь вот так петли, они цепляются. Бывает даже, ну, затяжки я делала во время вязания, это, конечно, жутко раздражает, ну, естественно, портит вещи, если у вас что-то такое пушистая. Вот мохер не цепляет, видимо, у него ворс тонковат, а что-то, знаете, вискоза, если в шнурке, либо есть вискозное волокно в пряже, то у него какой-то ворс такой тонкий, может быть, он еще более липкий, пластичный, и, в общем, вот туда западает, и могут получаться у вас затяжки. Вот это, конечно, большой минус в этих спицах. Я стараюсь, если я знаю, что у меня изделие какое-то такое капризное, то вязать на каких-то других, там, неразъемных или вот, например, на Knit Pro. Вот такой обзор этого набора. В общем, он всем хорош, кроме соединений, и тем, что с него, конечно, все цифры, вся нумерация стерлась. Но набор классный. Теперь я расскажу немного о наборе Knit Pro. Ну, может, немного то, что я знаю. Да? У меня набор в такой картонной упаковке. Это была ограниченная версия для Российской Федерации. Производили Knit Pro. То есть здесь вместо какого-то пенала кожаного
или текстильного, просто картонная коробка. Ну, подразумевая, если вы с собой возите эти спицы, конечно, это очень громоздко, неудобно, поэтому нужно их будет переложить. Но для хранения очень даже удобно. Он легкий, этот картон, и вполне себе полностью отвечает всем требованиям, которые должны быть в наборе, в общем, в упаковке. Что касается спиц. Спицы здесь деревянные. Сейчас я найду, ну, например, вот эту спицу. Здесь не очень видно. Короче говоря, деревянные спицы. Это уже спицы длинные, Knit Pro. Это не укороченные. Кончики у них очень и очень удобные. Вот для сравнения деревянные и металлические спицы. Да, это разные производители. Номер один. Это оба номера 3,5. Вот так они выглядят. Мне удобно вязать как на деревянных, так и на металлических. Вот если вы вяжете, например, махер в чистом виде, то есть махер на шелке, на металлических очень тяжело. Выбирайте деревянные. И вот эти деревянные идеально гладкие, с них не сползает махер слишком, да, не слетает. Но в то же время, если вы вяжете меринос или какую-то более такую сухую нитку, то она хорошо с них соскальзывает. То есть у них полировка просто великолепная. И для махера подходит, и для более сухой пряжи. Что касается номеров, они здесь прекрасно пропечатаны, но он все равно сотрется. У меня есть в работе спицы, на которых уже начал стираться номер спиц, вот он куда-то ушел. Ну, в общем, видно, что цвет теряется. То есть я в любом случае потеряю нумерацию этих спиц и буду просто вставлять. Здесь отдельно, видите, такие резиночки приделаны для спиц. Здесь не так удобно вставлять спицы, как в том наборе. Вот приходится второй рукой как-то подсобить, подцепить. Но в целом ничего, спица хорошо здесь держится. Вот так. Если какой-то будет у вас другой набор, другая упаковка, это все одно, это Knit Pro. То есть я сейчас хочу в целом рассказать о деревянных спицах Knit Pro. Сразу хочу сказать про соединение. Возьму большую спицу. Да, открываю вот так коробочку. Здесь у меня лески. А вот здесь есть как раз спица с соединениями. Вот видно, кстати, как стирается. Как стираются цифры, то есть постепенно, вот особенно хорошо видно. Вот они тоже скоро сотрутся. Здесь место соединения гораздо более лучшее при вязании. Оно не цепляет. Я вязала этими спицами, уже успела разные виды пряжи. И шнурковую меринос, и лен с вискозой, и помахер даже у меня на них побывал. В общем, идеальные спицы, идеальное вот это соединение, и очень хорошо скользит. Леска такая же эластичная, такая же гибкая, но она как будто бы потолще или пожестче. Есть у них небольшая разница, скорее всего, в толщине. Но да, вот это помягче, красная это Адди леска, но когда вы вяжете, нет ощущения, что это жесткая леска, это там какая-то мягкая. Они одинаковы в этом своем характеристике. Что еще хочу сказать? Вот я увидела это местечко, и также хочу сказать про Адди. В Адди вот это место соединения патрона с леской. У меня есть несколько спиц, и даже они цельные, не разъемные. Леска, когда подсоединена к патрону, вот здесь цепляет. То есть есть какой-то брак в выплавлении, что ли, этой лески, и зазубрено непосредственно на леске. И я даже затачивала пилочкой для ногтей вот это место, чтобы оно было более плавным. В лесках Knit Pro я пока этого не встретила. Все лесочки очень аккуратно подходят к патрончику. Отдельно у меня в наборе были лески. Это, кстати говоря, длинные спицы, да, я сказала. И в наборе есть вот такие медальончики. Вот такие вот штучки. Ключей очень много. Этот ключ, он служит для того, чтобы вы вставляли его вот в этот патрон и снимали леску с помощью него. Вот они скручиваются, как винтик. Но вместо ключа вы можете использовать, конечно, любую иглу, если вдруг у вас несподручно, его нет рядом. Просто ключ так вот завернут с кончика, его удобно держать в руках. Вот здесь много ключей,
вот эти пяточки, сейчас я открою, вот эти пяточки служат для того, чтобы вот я скручу сейчас спицу, и мы их накрутим на леску. Вот я накручиваю, накручиваю, вот так. Все. Это служит стопором, чтобы ваши петли с работы не слетали. Например, мы используем одни и те же номера спиц. Я могу взять другой длины леску и вязать, как будто у меня отдельные спицы прямые, то есть не закольцованные, а работают вместе друг с другом. Также, что еще можно здесь использовать? Когда вы скрутите эту пятку, да, у вас есть опять этот патрон, вы берете вот этот такой стержень, переходник, накручиваете его на одну леску, накручиваете его на другую леску, я не буду ее разворачивать, и в общем вы таким образом либо удлиняете леску, да, она у вас гигантская становится, либо вы с помощью этого переходника опять-таки передвигаете новую леску на ваши петли, как я показывала в Аде. То есть в Аде переходник достаточно длинный, прям такой, да, как спица. Здесь эти переходнички укорочены. Из преимуществ, конечно, еще раз повторю, что это место соединения, гладкие спицы. Вот такая у меня здесь памятка. Я могу вам рекомендовать вот приобретать Knit Pro деревянные спицы, и потому что они у вас будут универсальными. Они вам хорошо прослужат как для мохера, как для скользкой пряжи, я повторюсь, так и для обычной пряжи. Вот такая здесь памятка. Что еще делать, для чего, что. Набор, конечно, вещь не дешевая, к нему надо подходить разумно. Если вам, ну, как бы тяжело сразу потратить большую сумму денег, и стоит ли, да, столько выкладывать за один набор сразу, попробуйте повязать спицами, ну, которые неразъемные, например, приобретаете отдельно в Аде какие-то неразъемные спицы, одну пару, и одну пару Knit Pro. В любом случае вам пригодятся эти неразъемные спицы, возьмите самые ходовые для вас. Вот у меня спицы, которые я покупала Адди неразъемные, у меня там, по-моему, есть на 40-й леске тройка, и я очень часто их использую, потому что часто вяжу шапки именно на тройке, и, по-моему, еще есть четверка. И я попробовала эти спицы и могла точно знать, что, выбрав Адди, я, ну, что получу, какое качество. А по поводу разъемов я вам сказала, обратите внимание. Все, вот такой мне видеообзор, удачных вам проектов вязания. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и не только. Следите за моими видео. До новых встреч, задавайте ваши вопросы. Пока-пока, всем удачи!